Вторая мировая война – самое страшное событие 20-го столетия. Благодаря храбрости и мужеству людей был побежден фашизм. Сегодня я хочу рассказать историю одного из этих великих героев. Константин Авгаруш Сергеевич родился 22 февраля 1921 года. Позже его семья переехала в город Баку, где Гаруш окончил 9 классов и далее работал на швейной фабрике. В начале осени 1940 года был призван в ряды Красной Армии. С первого дня начала Великой Отечественной войны Гаруш Сергеевич участвовал в битвах с немецко-фашистскими захватчиками, принимал участие в боях на Смоленской земле, защищал Москву, участвовал в освобождении Белоруссии и Литвы. Гаруш Константинов особо отличился в боях в Восточной Пруссии. В конце октября 1944 года части 3-го Белорусского фронта вошли в город Голдап. Враг, подтянув резервы, перешел в контратаку, стремясь выбить советские войска из города. 4 ноября немцы при поддержке танков перешли в атаку. Старший сержант Константинов под огнем врага продолжал вести обстрел, подбив еще 2 танка и уничтожив 40 солдат противника. Тяжело раненый, он продолжал вести огонь, успев подбить еще один танк. Атака немцев была остановлена, но Гаруш Сергеевич скончался в тот же день. Константинов и его боевые товарищи были похоронены в братской могиле. Позднее он был перезахоронен в военном кладбище поселка Воронки. За героизм и отвагу старшему сержанту Константинову Гарушу Сергеевичу было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Я горжусь, что моя школа названа именно в честь Гаруша Сергеевича.